В Чебоксарах завершено расследование громкого уголовного дела о гибели посетителя ночного клуба «Космос». Обвинение в причинении смерти по неосторожности и превышении полномочий предъявлено двум бывшим работникам развлекательного заведения – охраннику и помощнику администратора. Напомним, 15 августа около 2 часов ночи в фойе ночного клуба произошел конфликт между сотрудниками охраны и одним из посетителей. 35-летнего мужчину уложили на кафельный пол и удерживали с применением силы. Один из обвиняемых надавливал коленом и руками в области задней поверхности грудной клетки. Другой сидел на пояснице потерпевшего и также фиксировал его в неподвижном состоянии. В результате мужчина скончался от механической асфиксии. В ходе расследования уголовного дела был проведен большой объем следственных действий. В том числе проведены 4 судебно-медицинские экспертизы, подтвердившие выводы следствия относительно обстоятельств совершенных преступлений. По результатам расследования уголовного дела внесены представления в частное охранное предприятие, а также владельцам этого ночного клуба с требованием о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. Сейчас обвиняемый 32-летний охранник находится под домашним арестом, а его соучастник под подпиской о невыезде. Ночной клуб, в котором они работали, полностью прекратил свою деятельность. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Чебоксар.